По предварительным данным, Центр избиркома свой голос на республиканском референдуме отдали свыше 78% белорусов, внесенных в списки. Это более 5 миллионов 350 тысяч жителей страны. Проект изменений и дополнений в Конституцию поддержали порядка 65% человек. Отметку «против» поставили чуть больше 10%. В Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. МЧС предупреждает, такая погода может привести к увеличению аварий на дорогах, а также к ушибам и травмам. В ближайшие несколько дней ночью ожидаются морозы до минус 7. Светлое время суток до 4 со знаком плюс. Завтра в стране стартует республиканская акция МЧС. Движение приурочено к Международному дню гражданской обороны. Главная цель – предупреждение пожаров и гибели людей, а также обучение действиям при эвакуации. Бизнесмены могут подать заявку на участие в республиканском купале до 30 апреля. Ее необходимо прислать по электронной почте, которую вы видите на экране. Каждая из областей выделит отдельную зону. Праздник запланирован на 9 июля. Праздник Масленицы пройдет в Бобруйске 6 марта. Начнется он в городском парке в 12:00. В программе концертные площадки, театрализованные представления, соревнования, традиционный столб с петухом и подарком, сожжение чучела зимы, фаер-шоу. Будут работать аттракционы, торговые ряды и фудкорт.